Главная цель нашего портала – оказание помощи организациям, в первую очередь колледжам, школам, а также и вузам по созданию курсов и вообще всей системы EIOS – электронной информационно-образовательной среды. Задачи у всех будут разные, поэтому мы сначала предлагаем подать заявку на демонстрацию. Мы делаем предложение в виде такого меню для вузов, для СУЗов. Здесь также имеется заявка. И на главной странице также можно подать такую заявку для того, чтобы уточнить ваши потребности, диагностировать их и потом принять окончательное совместное решение о проведении необходимых работ. Рассмотрим в начале предложение для вуза. Оно носит такой вот характер описания, что мы можем, и в конце подать заявку. В этой заявке предлагается выбрать те пункты, которые интересуют именно вас. Указать свои данные, выбрать необходимые пункты, указать свой электронный адрес для обратной связи, способ показа, который для вас удобнее, указать свой телефон, если не получится другой способ связи, выбрать дату и время проведения такой демонстрации, вид вашего учреждения и дополнительная информация, которая интересует именно вас. Отправить мою заявку. Вот так вот заявка создана. И мы скоро свяжемся для уточнения возможностей. Письмо об этой заявке получит администратор по почте моментально. Он ее прочитает и с вами свяжется. Задача решена. Просим подавать такие заявки. Мы с удовольствием их рассмотрим. Спасибо за внимание.